Вестник Северодвинска о спорте. В финале 7-й спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе в Краснодаре юный стрелок из нашего города Михаил Исаков завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали. А Савелий Трепицын привез домой серебряную медаль. Член юношеской сборной страны Михаил Исаков одержал победу среди 57 соперников в стрельбе из пневматического пистолета. Из 60 выстрелов с расстояния 10 метров Михаил выбил 574 очка и подтвердил норматив кандидата в мастера спорта. Юный снайпер также завоевал 2 серебряные медали в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанциях 25 и 50 метров. Причем в стрельбе на 25 метров северодвинец набрал одинаковое количество очков 572 с победителем Егором Исмаковым из Дмитрова. Только по дополнительным показателем чемпионом был назван Исмаков. Савелий Трепицын в стрельбе из пневматической винтовки соревновался с 52 соперниками. Из 60 выстрелов с 10 метров он выбил равное количество очков с победителем Романом Маилковым из Домодедова. И здесь дополнительные показатели были на стороне соперника северодвинца. Впрочем, с таким результатом Савелий Трепицын стал первым из нового поколения северодвинских стрелков, кто покорил заветный норматив мастера спорта России. До норматива мастера спорта международного класса ему не хватило всего одного очка.